Приветище! Сегодня мы с тобой поиграем в игру под названием «Похоронены заживо». Отец говорил мне, за любовь нужно сражаться. Сегодня я собираюсь победить. Упащи. Где это мы? Какого черта? Так, надо успокоиться. Последнее, что я помню, это... У меня был мальчишник, и мы изрядно поднакидались. Ханнах. Джек? Джек, слава богу! Прошу тебя, вытащи меня отсюда! Ханна? Ханна, мила, где ты? Тут так темно и страшно, Джек. Ханна? Ханна, ты меня слышишь? Черт! Офигеть. Короче, мы, походу, в каком-то коробе или ящике, не знаю. На гроб очень похоже, но надеюсь, что это не гроб. Можем взять зажигалку. Наверное, этим я и воспользуюсь. Эй, где зажигалка? Давай. Да что с тобой? Возьми. Во, отлично. Ёлки-палки, у меня нож в ноге. Обосраться. Пожалуй, его надо вытащить. Или лучше не надо было. Давай, вытаскивай. Теперь у меня открытое ранение. Капец. Надо его куда-то деть, этот ножик. Ёлки-палки, кислород очень быстро кончается. Надо затушить огонь. Огонь очень быстро пожирает кислород. Так, гвозди у нас здесь еще есть. Руками, зажигалка, нож. Ну, давай руками. Хотя это плохая идея. Очень плохая идея. Черт, нет, не надо гвоздь трогать руками, а то сейчас ты еще протнешь себе руки, здесь тоже гвоздь. Так, ну давай ножом, может быть, выковырить. Нужно вытолкнуть все гвозди. Давай, выталкивай. Ну же, красавчик. Вот этот гвоздь давай ножом. Ну, давай выталкивай уже. Что-то он как-то долго это делает. Хорошо. Так. Можно ударить по стенке гроба. Давай, кстати, это сделаем. А, он по задней долбит. Ой. И нам плохо стало. Надо зажигалку зажечь. Ну, там как бы бетонная плита или земля, непонятно. Хорошо, продолжаем вытаскивать гвозди. Здоровье не к черту, кислорода хватает. Значит, мы не совсем под землей, раз кислород поступает. Еще. Последний гвоздик. Ну... Интрига интрижная, блин. Все? Крышка гроба, давай попробуем. Давай! Не получается. Толкай, но никак не выходит. Ох, ёлки, вышло! Офигеть. Так. Ништяк. Кажется, получилось. Я вижу отверстие, надо посмотреть в него. Давай руками заглянем. Никак не сломать. Это тут нужно что-то подлиннее. Это, короче, реально бетон. Это даже не земля. Подлиннее, может быть, нож? Давай, показывай, что ты там делаешь. Еще что-то длиннее. А что у меня есть тут? Слушай, ну раз тут щель есть, значит, с кислородом проблем нету. По идее, что-то подлиннее. Что у нас тут подлиннее есть? Фиг его знает. Я ничего не вижу. Доска. Вот, может, доску взять? Отрывай ее. И теперь давай к щели. Ну? Ништяк. Это получается, мы в саркофаге, что ли, лежали? Где я, черт возьми? Ханна, ты здесь? Милая, ты меня слышишь? Есть здесь кто-нибудь? Меня кто-нибудь слышит? Офигеть, я еще, кажется, в пирамиде какой-нибудь египетской нахожусь. Ну, здорово, мы выбрались. Мы выбрались. Можно зажигалочку, тут совсем ничего не видно. Открыть. Надо все пооткрывать, вдруг там Ханна где-нибудь лежит. Нет, ничего. Здесь еще. Тоже никого. Может быть, это так друзья надо мной подшутили?
Боже, тут два скелета без черепов. Веревка? Она мне пригодится. Надо ее взять. Судя по всему, здесь должен быть второй череп. Причем весьма странная форма. Ну, походу, это череп с проломленной башкой. Окей. Ну, я здесь все проверил. И получается, что... осталось только его найти, этот череп. Еще бы не помешал мне фонарик. Как там у меня нога, кстати, не кровоточит? Ничего, я же только нож оттуда вытащил. О, вот и череп, кажется. Но он не подойдет. Видишь, у него форма. Мне нужен череп с проломанной лобной долей. Тогда кладем его и идем искать дальше. О, записка. Поздравляю, Джек, тебе удалось выбраться. Но тебе стоит поторопиться, потому что твою невесту я закопал по-настоящему глубоко. И самой ей не выбраться. Где ее искать? Спроси у Фредерика Симмонса. П.С. Сорян за ногу. Я этого не планировал. Но так гораздо веселее, верно? Черт за мать твою! Какого черта я упал? Хана, Хана, ты меня слышишь? Но это не Хана. Череп. Это не тот череп. Этот? Тоже не тот. Где череп с проломанной башкой? Так. Во! О! Этот череп разбит. Все, что нужно. Отлично. А как мне отсюда теперь выбраться? Я вылезу? Использовать. Значит, давай мой череп возьмем. И полезли отсюда как-то. Не понял. Хм. А, вот это ступеньки, типа их надо вытащить. Карабкаться. Ой-ой-ой, что-то заглючило как-то все. Все нормально? Как бы. А, ну ползти мне нужно, да? Оу, как я ползу круто! Божечки, это мой череп там трясется, что-то трется. Который только что подобрал. Как это сложно, слушай. Ну давай же уже вылази. Ядрен батон. Но у нас там Хана точно задохнется, пока я вылезу. Есть! Выбрался. Ништяк. Тут что-нибудь у нас есть? Я думаю, что тут уже все, поскольку череп мы нашли. Надо идти туда теперь. О, лом. Заперто, нужно найти ключ. Пойдем с черепом разберемся. И там наверняка будет где-нибудь ключ. Значит, берем череп и вставляем его сюда. Скорее всего, эта дверь открылась. Правильно же? Пойдем смотреть. Капец, это что, я так со ступенек спускаюсь? Вау! Такое ощущение, как будто меня башкой по этим лестницам протащили. Слушай, ну не открылось ни черта вообще, ничего не произошло. Но что-то где-то открылось. Погоди, используй. Вот же, вот же, вот же, вот же, вот же. Ага. А вот и записка и ключ. Джек, тебе, наверное, жутко интересно, что за хрень тут происходит и чьи это останки. Ну что ж, знакомься, это мои биологические родители. Их звали Эмили и Люк. Они безумно любили друг друга. По-настоящему безумно. Однажды Люк застукал мою мать, флиртующую с другим мужчиной. Не раздумывая, он схватил биту и до смерти избил соперника. Эмили пыталась ему помешать, что только еще больше разозлило Люка. В порыве ярости он ударил ее, проломив ей череп. Ты спросишь, где был я? Я весь залитый кровью молчал и наблюдал. Оу, какая жесть. Ключик есть? Этот чувак явно больной на башку, который меня закопал. Что же я ему сделал, что он так со мной? Это вопрос номер один. Дверь мы открыли, отлично. Взять лом. И еще одна записка. В общем, рассказываю, что произошло дальше у моих предков. Поняв, что натворил, Люк притащил тело моей матери в этот склеп. Он уложил ее в бетонный гроб и лег возле нее. Моя мать была еще в сознании, когда Люк крепко обнял ее и закрыл саркофаг крышкой. Откуда я это знаю? Я помогал ему двигать эту чертову крышку. Да-да, мой отец похоронил себя заживо вместе с истекающей кровью любимой, потому что не мог и представить себе жизнь без нее.
Именно в тот момент я понял, что такое настоящая любовь. А ты, Джек, на что ты готов ради своей Ханны? Damn pervert. Выходит, что тот сломанный череп – это череп его матери? Shit. Черт, не дотянуться, нужно найти что-то, чем можно будет зацепиться. А ломом не зацепиться, разве? Он же как крюк. Чем можно зацепиться? Давай искать. Вообще, зажигалку надо достать и посмотреть, может, тут есть ступенечки какие-то. Что у меня вообще есть с собой? Ножик? Нет, его нету. Есть только руки. Руками, естественно, я не зацеплюсь. Значит, ломом пойду ломать бочки. Там же бочки были, правильно? Уверен, что в них что-то может быть. Ничего тут нету. Темно, конечно, капец как. Так. О, что-то упало. Ничего себе, крюк. Обалдеть. Больше ничего нету. Эти бочки можно было бы, в принципе, поджечь. Хорошо. Достаем крюк. Кошка! Не просто крюк, а кошка использовать. Все, вылазим отсюда. Так же, как и... Да, точно так же, как мы из ямы вылазим. Оу. Найти могилу Фредерика Симмонса. Есть фонарик, вот это здорово. Джек, смотри, не попадись смотрителю кладбища. У него какой-то старческий маразм или типа того. Я его слегка разозлил своими частыми появлениями, и теперь он на взводе. Бедолага, видимо, решил, что я какой-то расхититель могил. Но мы же с тобой понимаем, что это не так. Кстати, при нем есть бита, и он несколько раз уже лупил меня ею. Так что обходи его стороной, если хочешь успеть спасти Ханну и остаться живым. Удачи! А еще я слышал тут звук зомби. Ты тоже это слышал, пока я читал письмо? Ну, вороны-то это понятно, а вот... Я надеюсь, что зомбарей здесь нет. А вон там что? Что? Аптечка, что ли? Может, крюк кошкам нам... А, крюк кошки нету. Фонарик. Вот он у меня. Вот эту крышку не отодвинуть. Нам нужно найти могилу Симмонса. Будем тогда ее искать. Хм. Как мы только найдем? Просто надгробие читать? В саркофагах явно его там не может быть. Ладно, будем, значит, надгробие читать. Видимо... Опаньки. Это, видимо, смотрящий. Это бредовая идея, Эва. Симпсон. Тут еще не на всех плитах написано... О, подожди. Тут нет нужной могилы. А это типа намек, что тут нету той могилы, которую мы ищем? Подожди, ладно. Где смотрящий? О, вот еще коробочка такая же. Что это такое вот это вот? Аптечка, действительно, это аптечка. Тут у нас ничего нету. Погоди, а вот это вскрыть... Лома у меня больше нет, поэтому вскрывать мне нечем. Странно, я подобрал лом, даже толком им не воспользовался. А, нет, я бочки же ломал им. Точно, бочки ломал. Еще одна аптечка надо взять. Ногу же перевязывать надо чем-то, бинтики там, швинтики. Интересно, ворона имеет какое-то значение тут? Типа она намекает, что где-то рядом смотровой. Смотрящий ходит и все дела. Аптечка. Забрали. Вот. Вот тут еще есть могилки. Не вижу ничего пока. Схоже с Симпсоном. Не, я думаю, что тут тоже нет. Может быть, в принципе, на кладбище нет. Это означало записка. Вон там что-то вижу интересное, и смотрящий туда идет, вон, стоит. Так, а может быть я надгробие не там читаю? Ага, вот тут надпись.
Короче, здесь тоже нету. Ну, если бы было написано Симонсон, то оно бы читабельно было. Я бы сразу заметил. Тоже ничего нету. А это, скорее всего... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, фонарик надо выключить. Да, это домик смотрящего. Окей. Так, что-то было? А это что такое было? Подожди, вот это что? Это, что это такое? Можно взять камень? Под камень. Для чего мне камень? Видимо, отвлекающие маневры можно делать. Выйти отсюда я не могу, потому что все заперто. Кстати, вон там записка, ты видишь? Вон она. Пойдем-ка туда сходим. Гроб стоит. А это что? Правда красивый гроб? Хана сейчас лежит в таком же. Чертов уродец. Вот тут что тут написано? Надеюсь, этот треклятый охранник тебе не сильно надоел. Если вмазать ему хорошенько лопатой, то он становится послушнее, проверено. Ладно, ты, наверное, думаешь, где же взять ключ? Там подсказку. Взгляни наверх. Ключ у этой черной, кричащей твари. У вороны! Все понятно, надо ворону найти. Как он вообще к ней привязал этот ключ? Вот еще аптечка. Единственное, что, может быть, зря я эти аптечки беру сейчас? Ими можно как-то... А, 4 аптечки у меня, все. Я думал, что я их сразу юзаю на себя. Но нет. Окей. Я думаю... Так, ну, ворону сбить, значит, нужно камнем. Но еще я бы хотел к смотрящему зайти. Уверен, что у него дома что-нибудь есть. Нам там какую-нибудь подсказочку оставили. Или, может быть, не лезть туда? Смотри, там неоновые подсветочки всякие. Так, как бы нам туда залезть и посмотреть, что там у него? Оу. Ха. Открытый ящик. Нифига там не видно. Еще один гробик деревянный. Смотрящий, скорее всего, вышел. Потому что его тут нету. Свет можно включить, да? Я уверен. Да, свет можно включить. Офигеть. Но тут как бы обычная комната смотрящего. Черт, заперто, нужен ключ. Но ключ-то я тут, наверное, не найду. Он прям у смотрящего самого в кармане где-нибудь лежит. Знаешь, тут тоже какой-то мусор. Там отмычка. Там отмычка. Есть. Отмычка подобрана. Интересно, смогу я ее открыть, нет? А, тут комбинация. Для чего нам отмычка, пока не ясно. Нужно будет разбираться и нужно найти код. Где мог бы быть код? Так, надо посмотреть. Смотрю, ой, смотрящий, ты где ходишь? Вроде бы нету его пока. Может быть... Так, подожди, вот тут какие цифры? Нет, это точно не то. Ясно, надо отсюда... А, погоди, вот еще. Лопата! А, мы на задний дворик вышли, получается. Ништяк, где лопата? Пригодится. Можно оглушить теперь этого старикана, и может быть у него что-то будет в кармане, и тем самым мы найдем код от сейфа. Где он, кстати, ходит? Надо взять лопату. Как в записке говорится, можно его оглушить. Главное не переборщить. Где этот смотровой? Чунгачку уходит. Вон он, вон он. У него лом, между прочим, в руках. Фух, но я думаю, что я... Hey, стой, где стоишь! Слушай, но это бесполезно. Я дубасю его, но ему пофиг. Что с тобой? Прости, старик, но ты сам напросился. Да нет, я же не мог его укокошить. Блин. Ну, я думаю, он придет в себя. Он сейчас просто без сознанки. Он должен очухаться. Кода при нем не было. Окей. Где камень, кстати? Камень каким-то образом выкинулся из моей руки. Где ворон этот сраный сидит? Ворон.
Где же ты, засранец? Вот он. Куда ты летишь? Есть! Что-то упало, мне нужно найти это. Я уже нашел. Я подобрал ключ, но... Я хочу вернуться назад. Так, это я читал, записка. Записка прочтена. Дедушка еще валяется. Это, конечно, прискорбно, что я так с ним поступил. Ну, по-другому, видимо, никак. Зря его, на самом деле, заколошмарил лопатой, потому что... Ну, потому что при нем ничего вообще не было. Ни ключа. Ключ был у воронки. Ни кода. Где же может быть код? Код. Он явно где-то вот на видном месте, прям вот передо мной, перед моими глазами, но... Ладно, не буду время терять. Пойдем, короче, выходить отсюда. Хочешь прикол? Смотри на эту горгулю. Видишь, в каком она положении? Я отворачиваюсь, поворачиваюсь, а она на меня смотрит. Она за мной следит. Ёлки-палки. Офигеть. Может быть, лопатой ей дать? Погоди. Не, без толку. А чё ж она поворачивается, интересно? Вот это прикол. Надо встать, видимо, как-то так. Я не знаю, что, но она явно на что-то намекает. Хорошо, она пока за мной следит. Дедуля тут лежит. О, а это что такое? Ты не представляешь, как сложно мне было поймать этого сраного ворона и пришпандорить к нему ключ. Надеюсь, ты тоже изрядно помучился, прежде чем его сбить. Иначе зачем еще мы здесь собрались? Ради тяжелых испытаний во имя любви. Ну же, поспеши к Хане. Возможно, она еще дышит. Ой, как же он со мной играет-то, а? Прям какие-то голодные игры, елки-палки. А нет, это пила. Точно, это на пилу чем-то похоже. Значит, замок я открыл. Все. Мы, я хотел сказать, сбежали, но нет. Мы никуда. Симонсон. Фредерик Симонсон. То, что мы искали. Берем в руку лопату и копаем. Какого черта? Хана, Хана, милая, ты там? Ты слышишь меня? Ну там, там явно кто-то лежит. Тут нужен болторез. Может попробовать что-нибудь раздобыть в сторожке? Я догадываюсь, где может лежать болторез, конечно же. Но кода я не знаю. Погоди, а может быть это дата? 05-19-65? 05, то есть 5-65. Вот так вот надо ввести. 5-6-5. Сейчас проверим. Если это не оно, то я вообще не знаю, где достать код. 5-6-5. Нет, это не оно. Блин. Ну ладно, раз мы тебя не смогли открыть. Погоди, так тут же вторая дверца есть. А ну-ка. А, обломись. Но я сюда могу спрятаться. Видимо, если бы наш сторож был жив, я мог бы сюда, в принципе, и прятаться. Но больше нам эта прятолка не нужна. Тут есть еще инструменты, но ничего из подходящего нету. Во, вот тут может что-нибудь есть. Вот этот вот закрыт, смотри. Может быть, его как-то отпереть? О, отмычечка. И... Так. Ага, все, понял, как это делается. Есть. Есть. Еще вверх. Ништяк. И последний. Все, открыл. Надеюсь, там болторез. Что это такое? Приди домой. Код! 359. Вон оно что. А это дом, видимо. Церковь. Ну как, не церковь, часовня. 359. 359. 359. Ну, с одной цифрой я угадал, но она не там стоит. 359. Сейчас. 359. Есть! Открыли. Открыли. Болторез. Ништяк. Скорее бежим туда. Я бегу, Хана. Надеюсь, что там Хана. Или, наверное, там какой-нибудь друг лежит или еще кто. Старикан до сих пор отдыхает. Я думаю, что он будет валяться до утра. Чувак! Или чувиха, я не знаю, кто там, но я достал болторез, и сейчас мы узнаем, кто же там.
Девушка? Живая? Так, записку чуть позже. Что? What? Что вам от меня нужно? Успокойтесь, я не причиню вам вреда. Дайте руку, я помогу вам выбраться. Кто это сделал? Кто вас закопал? Вы видели Ханну? Знаете, где она? Я не знаю никакую Ханну. Я Сара. Я была дома, а потом раздался звонок в дверь. Там был незнакомый мужчина, он странно улыбался. А потом... Черт, все как в тумане. Ясно, я должен найти Ханну, пока не поздно. Ее тоже похитили? Кому это нужно? Я не знаю, но выясню это. Пойдем, нам нужно убираться отсюда. Подожди, там еще записка. Надо было вообще болтореза за руку брать. Девочка странно, что не испугалась, увидя меня с болторезом. Давай, записку-то прочитаем. Что там? Хай, Джек! Эх, все бы отдал, чтобы увидеть сейчас твою рожу. Как придешь в себя, иди на юг от кладбища. Там я оставил тебе сюрприз. Девчонку можешь взять с собой. Это подарок. Чертов извращенец. А девчонка-то уже и свалила. Эй, барышня! Ее ж Сара звали, да? Сара! Ты где? Она, походу, все уже удристала отсюда. Блин, одному-то мне очково ходить. А, нет, вот она, Сара. Фу! Это же... Да, это моя машина! Тебе стоит на это взглянуть. А мы уже типа друзья, да? Ой, страшно-то как! У него башка на 360 крутится. А какого черта? Меня шприц воткнули. Она с этим чуваком заодно стопудово.